Здравствуйте. «Лента» планирует открыть в Перми второй гипермаркет. Как пишет сегодня новый компаньон, такую возможность обсудили правительство Пермского края и представители сети супермаркетов. По словам министра экономического развития Пермского края Леонида Морозова, объем инвестиций в новый проект составит более 800 миллионов рублей. В ближайшее время стороны будут выбирать участок. Он должен быть не менее 4 гектаров и находиться рядом с жилым районом. Такие требования к своим объектам предъявляет «Лента». Напомню, первый гипермаркет этой сети открылся в городе в конце 2013 года на Парковом. В ноябре овощи, яйцо куриное и сахар в среднем подорожали почти на 7%, греча на 47,5%. Пермстат опубликовал данные по росту цен за прошедший месяц. Из того, что выросло в стоимости не так сильно, как гречневая крупа. Яблоки стали дороже почти на 2%, виноград на 11%. Колбаса выросла в цене максимум на 1,6%, мясо на 2,8%. Рыба мороженое на 1,7%. Макароны, сыры отечественные, пиво почти на 3%. Рис на 1,8%. Манка подорожала более чем на 3%. Зато подешевели апельсины, груши, бананы и сразу на 13% лимоны. Стоимость минимального набора продуктов питания в Пермском крае в ноябре составила почти 3000 рублей на человека. Рост по сравнению с декабрем прошлого года на 7%. Сократить количество самолетов и поднять цены на билеты предложил авиакомпаниям генеральный директор Аэрофлота. По мнению Виталия Савельева, только такие меры помогут в кризис. На самом деле нам надо договориться и часть емкости вывести. Мы поднимем цены на билеты, но все это компенсируется. Пока же авиакомпании вынуждены летать полупустыми, что нам всем во вред, заявил гендиректор Аэрофлота. Впрочем, Виталий Савельев добавил, что не может инициировать такие соглашения. А в ФАСе уже напомнили, любые договоренности между компаниями, которые могут привести к росту цен на услуги, это повод для проверки. В Тунисе без визы россияне могут находиться теперь 3 месяца. Ассоциация туроператоров России сообщила, с 1 декабря 2014 года граждане Российской Федерации освобождены от необходимости получения визы для въезда на территорию Туниса. Срок безвизового пребывания 90 дней. Ранее он составлял 14 дней. Курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря, 53 рубля 10 копеек. Курс евро 65,71. На этом у меня все. Удачи в делах.